Да, ну, я думаю, что мы ничего нового не сделали, это просто продолжение наших традиций. Вы знаете, что вчера президент провел награждение высшими государственными наградами, вручил 5 гражданам Российской Федерации звание Герой, орден, ну, соответственно, медаль, звезду, Герой труда. Это 5 человек, лучшие представители нашей российской нашего российского общества, и я думаю, что это общий тренд, который поставил, задачу, которую поставил президент, это честь и уважение тем людям, которые трудятся, которые отстаивают интересы нашего государства, которые умеют по-государственному мыслить, работают и живут в интересах всего общества. И вот мы со своей стороны тоже в этом году уже немножко доработали формат, все вместе пройдем в колонии, потому что нам было бы интересно общаться с людьми. Потом мы хотели сделать отдельную встречу с нашими ветеранами, с представителями, как сейчас модно говорить, номинаций, там, сказать, человек года по специальности, инженеры, профессионалы, и чтобы старшее поколение с младшим могли сидеть за этим столом, обменяться мнениями и вообще, так сказать, задачами, как это будет, так сказать, дальше развиваться. Но, наверное, надо сказать, что будут представлены все районы Тверской области, все муниципальные образования. И я очень благодарен главам муниципальных образований, что они откликнулись вот на нашу такую инициативу. Ну и, конечно, предприятиям, где руководители, сотрудники, даже и частные предприятия, где уже есть акционеры, владельцы, тоже будут принимать в этом участие. Мы тоже их благодарим за такую активную позицию.